Более полутысячи старшеклассников со всех регионов страны вместе со своими учителями и родителями посетили День открытых дверей в Одесской юридической академии. Важнейшее профориентационное мероприятие регулярно проходит в стенах вуза, и, как показывает практика, практически 100% абитуриентов, которые его посетили, становятся студентами юракадемии. Традиционно гостей поприветствовал президент университета Сергей Кивалов. Затем молодые люди ознакомились с инновационными технологиями в образовательном процессе, современным студенческим кампусом, развитой спортивной базой, впечатления молодых людей от увиденного в материале моих коллег. Будущее отечественной юриспруденции, политологии, социологии, психологии, журналистики и востребованные на сегодняшний день IT-сферы. Абитуриенты со всей Украины и даже из других стран собрались сегодня на День открытых дверей в Национальном университете Одесская юридическая академия. Почти 1000 молодых людей вместе с родителями не упустили шанс поближе познакомиться с ведущим вузом страны. Все они наслышаны о высоком уровне образования в вузе, а также о современной инфраструктуре. Давно мы не видели такого количества абитуриентов, которые захотели прийти и посмотреть и стать студентами нашего университета. Наверное, это хороший показатель, что мы заинтересованы, чтобы лучшие дети учились в нашем высшем учебном заведении. О преимуществах обучения в Одесской юракадемии из первых уст узнали самые успешные школьники, члены парламента старшеклассников города Одессы. Одной из весомых причин пойти учиться именно в этот вуз абитуриенты называют признанный авторитет университета на международной арене. Здесь студент с первого курса может выбрать, на каком языке слушать лекции – английском, немецком, французском, испанском или итальянском. Юракадемию регулярно посещают иностранные лекторы из ведущих вузов Европы и США, а также специалисты практики. В юридической академии я не вперше. І для себе я обрала факультет міжнародно-правових відносин, адже нещодавно я була в ООН, в головній штаб-квартирі Нью-Йорку. І з того моменту я вирішила, що це мій життєвий шлях. Мені дуже подобається вивчати іноземні мови. І якраз в юридичній академії дають можливість вивчати мови та різнобічно розвиватися. Еще одно направление, которое пользуется большой популярностью – возможность получить профессию в IT-сфере. Университет стал первым на юге Украины, который открыл факультет кибербезопасности и информационных технологий. Студенты обучаются на базе ультрасовременного IT-центра, а также Центра кибербезопасности и информационных технологий. У нас на каждого студента факультета кибербезопасности два компьютера. Я не преувеличиваю. Два. А почему мы создали такой факультет? Потому что он востребован. Сегодня полиция говорит, дайте нам таких специалистов. Сегодня военные говорят, дайте нам специалистов в области кибербезопасности. Более того, современное IT-обеспечение позволило несколько лет назад открыть на базе юракадемии бесплатный консультационный центр для абитуриентов, высококвалифицированные сотрудники которого оказывают помощь поступающим. Для того, чтобы облегчить возможность поступления в наш университет и вообще в университеты нашей страны, при приемной комиссии Национального университета Одесской юридической академии действует консультационный центр, который сейчас работает в режиме онлайн, то есть это сайт, это социальные сети, которые вопрос-ответ мы даем бесперерывно практически. Что касаемо телефона 719-88-00, то он работает с 9 до 6, и в момент вступительной кампании он будет работать круглосуточно. Более того, во-первых, в момент вступительной кампании вы будете иметь возможность не только приехать, в телефонном режиме предоставить ваши документы, и мы все сделаем за вас. Оформим документы, откроем электронный кабинет и обеспечим весь тот уровень услуг, который необходим при поступлении. Президент университета Сергей Алексеевич Кивалов уже сейчас озаботился тем, чтобы абитуриенты, будущие наши студенты, могли получить максимально качественный уровень образовательных услуг и, безусловно, поступить в наш университет. Многие абитуриенты уже воспользовались услугами консультационного центра, а такие мероприятия, как День открытых дверей, отличная возможность пообщаться с руководством вуза, будущими преподавателями и увидеть современный студенческий кампус. Я выбрал именно этот университет, потому что я с детства хотел стать юристом. Выбрал я для себя факультет гражданской и хозяйственной юстиции, потому что здесь есть все профессии, по которым я буду выбирать свою основную специальность. Во-первых, мне понравилась атмосфера в этом учебном заведение очень радостно, радушно и тепло встречает здесь. Мне нравится сам выбор моего сына, потому что я его вижу действительно либо в прокуратуре, либо все, что связано с этой профессией. И я думаю, что он
то, что, о чем он мечтает, он добьется здесь. Еще один важнейший фактор при выборе будущего места обучения – перспектива трудоустройства. Одесская юракадемия позаботилась и об этом. ВУЗ заключил договора о прохождении практики и трудоустройстве выпускников с Генеральной прокуратурой Украины, Национальной полицией Украины, Государственным бюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции Украины. Благодаря применению инновационных методов, еще обучаясь в университете, студенты уже являются готовыми специалистами. В ВУЗе открыт центр тестирования на полиграфии, оборудованный 5-канальным детектором лжи последней модели, который используют в работе вооруженных сил США. Я бы хотел поступить после 9 класса в юридический колледж, так как в школе сидеть еще 2 года я не вижу перспективы, а после юридического колледжа хотел бы поступить в юридическую академию. Абитуриенты убедились в том, что поступая в Одесскую юракадемию, они получат и качественное европейское образование, и гарантированное трудоустройство, и возможность всестороннего развития личности. Традиционно воспитанники Центра культуры юракадемии подготовили концерт для своих будущих коллег, студентов. А затем во время экскурсии школьники убедились, что Одесская юридическая академия – это не только просторная аудитория, высочайшего уровня профессорско-преподавательский состав, а и современная спортивная инфраструктура, крупнейшая в Украине научная библиотека с уникальными изданиями, стрелков, тир, телестудия для студентов-журналистов, пиарщиков, лаборатория социологических исследований. Их впечатлили экспонаты, увиденные в Музее редких изданий и Музее оружия, а также зал судебных заседаний, где студенты вместе с преподавателями моделируют судебный процесс. Одесская юридическая академия – это университет будущего уже сегодня. ВУЗ, гармонично сочетающий богатый опыт и фундаментальные традиции Одесской школы права, вместе с инновационными технологиями, куда стремятся поступить самые успешные молодые люди со всех уголков нашей страны.